В Норвегии придали огласке доклад, подготовленный по правительственному заказу. Доклад секретный, но попавший в распоряжение прессы. Журналисты делают вывод, нефть от запрещенной группировки ИГИЛ действительно шла контрабандой в Турцию посредством разного рода коррупционных схем. Все, как говорили в Москве, и даже больше норвежские власти, оказывается, уже полгода, как знали обо всем этом, но покрывали своих турецких союзников. Это, напомню, выводы норвежской прессы. В секретном докладе сообщается, что большая часть нефти контрабандой переправляется в Турцию из тех районов в Сирии и Ираке, которые контролирует ИГИЛ. На основании документа можно сделать вывод, что норвежские власти замалчивали информацию, полученную еще в июле этого года, о том, что обвинения в адрес союзника по НАТО, Турции, соответствуют действительности.